Привет, моделисты и моделистки, AKA Crazy Russian, город Цинциннати, штат Огайо, Top Camera. Иногда я стараюсь все классные модели, ребят, показать вам, обозреть. Но вот эту я пропустил только из-за того, что как-то на полке, в темноте, вот эта вот обертка такая матовая. А модель оказалась классная. Роб сказал моей жене: сделай фотографии, и мы будем продавать. Что-то две штуки залежались, наверное, от одного заказа. Либо кто-то отказался. Бывает такое, не беда, потому что эти все вещи улетают. Все продано, разумеется. То есть это Rapido. И сейчас мы ее посмотрим. Когда моя жена попросила упаковать обратно, я так: о, какая вещь классная. Сейчас мы ее обозреем. Rapido, я вам скажу лично, мне больше нравится, опять же, ребят, в зависимости от производителя, в зависимости от модели. Кто первый раз, я показываю, как я открываю, вот, чтобы не было здесь никакого угла. Я уже это миллион раз повторяю, но на всякий случай. Чтобы у вас коробочка была просто mint. Так. Вот у Rapido мне нравится в основном, как четко сделано. Это супер деталировка, но немножко более дубово в хорошем смысле слова. Вот так вообще ничего не видно, да? В хорошем смысле слова, что это не совсем, на это можно дышать, и это можно трогать, и это можно даже на макете катать. Так, аккуратненько, ну давайте вот так сделаем. Куча бумажек. Что Rapido тоже я очень люблю. И у меня есть идея фикс. Мечта. Так, сейчас быстренько посмотрим на... Это хороший материал. Но цены бы не было, если он был бы прозрачный. Ничего страшного. Не, моя ошибка. Так, это у нас здесь, конечно, и флайеры всякие. Ага. Здесь много написано. Вот видите, Rapido всегда дает бумаги с описанием. Это супер. И part list на двух сторонах, потому что на канадском, на французском и... И на английском. Или же это какая-то разновидность. Момент. Такое впечатление, что они идентичные. Хотя немножко другая конструкция здесь, по-моему. 941H, 963H, 966H. Вот. Они разные, немного. Так. И вот это. Этот у нас так. Вот такой. Короче говоря, еще разок, чтобы сравнить. Так, теперь моя идея фикс. Я фанат хоккея, немножко играл сам в хоккей, и я люблю Торонто Maple Leafs, канадскую команду. И я люблю Торонто сам по себе. И на вишенка на торте Rapido офис в Торонто. Буквально там совсем недалеко от центра города. В общем, у меня как сезон, если вдруг откроется по осени, если все нормально, то я хочу вообще съездить там на парочку деньков к ним в офис. Ну, если, конечно, они приглашали меня, и сходить на хоккей. Ну что, ребят, вот смотрите. То есть это все очень четко. Здесь лазер кат наверняка. Супер деталировка, но я не волнуюсь. Все пластмасски сделаны из такого, ну, типа нейлона, что они не просто сломаются быстро. Вот все... Лучше, конечно, не трогать, но все это сейчас постепенно посмотрим. Теперь я уже вот в напальничниках, потому что
Перчатки иногда просто цепляют все. И у них нет таких вот острых углов, кстати. Я мог бы и перчатки одеть. Ну, смотрите, какая чума просто. Сейчас одну вещь огляну. Ты моя. Нет, не roll bearings. Смотрите, какие открывашки здесь бункеров. Все деталировки классные. На этой стороне... А, красота. Вот я чуть не упустил. Так. С этой стороны. Единственное, что... Ну, это, конечно, можете мне сказать, ты слишком... Так, почему так плохо идет? Киди Каплерс, они все-таки покрасили не матовым цветом, а вот этой блестючей, и он коричневый. Но это перебор. Должен быть. Ну, его, конечно, можно пульнуть, запылить этим самым, но все равно, тем не менее, нужно пружинку снимать и состарить. Но это чуть-чуть вышибает этот цвет. Получше. Все, здесь этот хаос. Все, ребят, здесь просто чума с этой стороны. Здесь просто такая супер деталировка, что... Ну, в общем, вот так. Такая моделька. Ох, прям прекрасно смотрится. Спасибо, ребят, за поддержку канала. Какие вопросы? Я с удовольствием отвечу. Я смотрю, это видео очень классно понравилось про стенды. С удовольствием. Успехов и всего наилучшего. Давай.